Если вы обратили внимание, то при проигрывании результирующего фильма звук музыки в конце фильма затухает, но со звуком свистка тюленя этого не происходит. Давайте исправим эту ситуацию. На этом уроке мы добавим затухание звука на слой «Клип 05», в котором тюлень свистит в свисток. Сначала откроем свойства слоя музыкального оформления. Выделим значение уровня громкости. Сейчас для нас важно установить указатель текущего положения времени в тот момент, когда установлен первый ключевой кадр этого слоя. Это можно сделать с помощью данных кнопок. Нажатие данной кнопки устанавливает следующий ключевой кадр, а данной кнопочки – предыдущий ключевой кадр. Сейчас мы находимся в моменте времени, в котором установлен первый ключевой кадр. Выберем команду меню «Редактирование», «Копировать». Теперь переместимся к верхнему слою, откроем его свойства, выделим значение громкости этого слоя и выберем команду меню «Редактирование», «Вставить». Теперь громкость звука для верхнего слоя будет затухать точно так же, как и громкость звукового оформления. Давайте создадим результирующий фильм. Для этого выберем команду меню «Композиция», «Создать фильм». Появится окно рендеринга. Нам предлагается уже новое имя файла, которому добавлена единичка. Выбираем кодек Microsoft DivPAL, звук 32 кГц. Нажимаем кнопку «Визуализация». Начинается визуализация нашей композиции. Рендеринг завершен. Теперь вы можете открыть результирующий фильм и убедиться, что звук всех слоев затухает в конце фильма. На этом наш урок завершен.